Российский истребитель Су-30 врезался в двухэтажный жилой дом в Иркутске. О крушении сообщил губернатор области Игорь Кобзев. Начавшийся после катастрофы пожар охватил площадь 200 квадратных метров. В МЧС России сообщили, что самолет выполнял испытательный полет и упал в черте города в секторе частной застройки. Оба пилота Су-30 погибли в результате крушения.